4 июня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программа «Хочу домой» о собаках, кошках и других животных, которым нужен уютный дом и любящие владельцы. Встречаем волонтеров из приюта участия Татьяну Новикову и Светлану Максимову. Показываем, как живут собаки в приюте, и рассказываем о проживании кошек под одной крышей с собаками. А также смотрите видеовизитки о собаках, готовых покинуть приют и найти новый дом. Смотрите программу «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» в пятницу в 18:15.